Есть у людей ужасные законы, и этим я законом подчинюсь. Не наберу я номер телефона, хотя его я помню наизусть. Не буду я с наивностью младенца пускать теперь кого попало в дом, не принимать все слишком близко к сердцу, вполне удобный для судьбы закон. Искать самой внутри себя ответы, печаль в душе выказывать за смех. Закон не выдавать своих секретов, пожалуй, самый правильный из всех. И сердце не сомкнется от удушья, когда нельзя ни думать, ни дышать. Есть у людей законы равнодушия, и я их научилась принимать.